Поздравляем. Ключи от собственной двухкомнатной квартиры получены. Семья Натальи Косцовой с нетерпением ждет переезда в Одинцово из Москвы, чтобы работа была рядом с домом. К небольшой задержке строительства отнеслись с пониманием. Мы понимаем о том, что в период пандемии многие застройщики на самом деле переносят. Мы это все поняли. То есть, конечно, неприятный момент, но в данной ситуации, что в стране происходит, это как-то... Не сильно сказать, чтобы мы были злы, но все равно дождались наконец-то. Получить ключи от главы округа было приятно вдвойне, признается Наталья. Андрей Иванов поздравил счастливых обладателей жилья. Рассказал, что строительство школы и детского сада для этого микрорайона начнется уже в ближайшее время. Я вас поздравляю, желаю вам комфортной и благополучной жизни в собственных квартирах. У нас здесь микрорайон большой, он называется 772. Здесь появятся и социальные объекты, и школы, и детские садики. Застройщик нам гарантирует это строительство. Мало того, мы уже подписали соглашение, и уже денежные средства перечисляются нам, чтобы мы часть объектов строили сами. Строительство жилого квартала «Сердце Одинцова» ведется по проекту реконструкции микрорайона 77А с обновлением инфраструктуры. Запланировано возведение нескольких корпусов. Пандемия внесла в сроки небольшие коррективы. Разрешение на строительство этого дома было выдано в 2018 году. И планировалось, что в 2019 году застройщик передаст ключи дольщикам этих квартир. Но в связи с известными событиями, связанные с пандемией, а также внесением изменений в проектную документацию, произошла задержка строительства. Ключи в этом корпусе уже получили 216 семей. Строительство других корпусов жилого комплекса проходит без задержки в сроках. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».